перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Эй, Модистентура 2018. Вы слушаете JP2 2014812. Хорош, я не стану хуже. Лучше это понять, то, что я не нужен. То, что я не нужен, я тебе не нужен. Я никогда не хотел быть чем-либо мужем. Ты моя сука, нет, ты не моя сука. Делай все, что хочешь, не бей мою лжи. Я курю пейнки лирье. Я готовлю план на открытом огне. Деньги на моем уме, мигалки на хвосте. Косяк в моей руке, чужая сука, нахуя. Другая сука, нахуя, передает тебе привет. Мы говорим о тебе, она передает привет. Они пытаются сейчас оскорблять чьи-либо чувства. Эмоции не моя защитная игрушка. Я ударяю по лицу, чтоб посмотреть на брызги. Высота — это то, что мои сведет коту. Я хорош, я хорош, я хорош. Я хорош, я хорош, я хорош, я хорош, я хорош. Фри Янг Трапа, нет. Я хорош, я хорош, я хорош. Игрушка говорит, что она со мной работает. Я наслаждаюсь, сука, нет, я наслаждаюсь соком. Она не сосет, она просто любит вкус. Значит, не дает слабины. И я ей горжусь, я не хочу убить. От того, что я влюблюсь, я людей больше люблю. Когда я жопу прикурюсь, я точно знаю наизусть. Я не упаду. Что? Моя банда на плаву, банда на плаву. Моя банда на плаву, кто-то сказал, дерьмо не тонет. Моя банда на плаву, если ты слаб. Теперь это место тут, все мои деньги любят звук. И стал на ярких зуб, мои демоны хитрят. Но мои ангелы не врут, все мои демоны хитрят. Но мои ангелы не врут, меня вера на душе. Члены два яйца, я новый Гиппократ. Это моя теория, что я хорош. Я хорош, я хорош. Я хорош, я хорош. Фри Янг Трапа, бич. Я хорош, я хорош. Фри Крейзи. Я хорош, я хорош. Я хорош, я хорош. В общем, ну да, мы это, репетируем, да? Потому что там концерты скоро, вся хуйня. Надо же нормально что-то делать. Ладно, это... До свидания. Я Янг Трапа лучше всех. А вы нет. О, привет, я тебя не заметил. В общем, завтра я буду продолжать портить свое тело татуировками, да. Если хочешь увидеть это первым, как бы можно сделать свайп, телеграм-канал, все будет там. Вот, я ни на что не намекаю, сука, быстрей, давай. Я давно уже замечал, и вы, наверное, тоже, что... Практически никакие мои ролики не выходят в тренды в последнее время. Как бы пиздато они не набирали просмотры и быстро, какая бы ни пиздатая ни была статистика, даже на 50-е место, там куда-нибудь в жопу, не залетает. Но я, в принципе, к этому уже давно очень привык. Но вот сегодня у нас с Даней вышло видео на его канале. И, знаете, у него та же проблема с этим видео. То есть... У кого-то даже, кто-то там в комменты пишет, и мол, я в первый раз зашел на видео, а у меня уже дизлайк стоит, да? Или, например, не отображается видео, нихуя себе. Но и даже если вы посмотрите, видео Дани собирает гораздо меньше просмотров сейчас, ну вот на данное время, чем обычно. Хотя видео довольно хайповое, так скажем, да? Потому что, ну типа, блин, там коллаборация, хуяция, вот это... Но просмотры идут очень медленно, потому что в рекомендованных не отображается, и потому что, опять же, в тренды не вылетает.
И, ну, я давно уже об этом думал, но вроде как все указывает на то, что моя прекрасная фамилия Моргенштерн, скорее всего, уже просто в алгоритмах Ютуба есть, из-за того, что я там, да, в свое время повыебывался там на кремлеботов, да, на продажных блогеров, сделал клип для Навального, что очень важно, да, то, что Навальный разместил мой клип у себя там в соцсетях. Вот, ну, тогда вы помните, мне на все видео накрутили по 100 тысяч дизлайков, блядь, там по 90 тысяч, ну, короче, дохуя, даже на самое первое мое, блядь, видео, там, по-моему, 4 тысячи лайков, да, и 70 тысяч дизов, могу, конечно, ошибаться, но пиздец там. Вот, и, в принципе, мне не обидно, я привык уже, то, что сервис меня топит, да, не пускает в тренды, в рекомендованных не отображает, скручивает просмотры, скручивает лайки. Я привык, но мне обидно, что на моих хороших товарищей, друзей, например, вот как сегодня с Данилой произошло, да, тоже такая хуйня сказывается. Это нехорошо. Так вот, дорогая, там, кто этим занимается? Государство, власть, да. Если вам не нравится то, что я, ну, то, что я открыто говорю об этом, то, что я люблю говорить правду, ну, блядь, ну тогда доебывайтесь до меня, не надо портить статистику моим друзьям. Такая хуйня, ладно, хотя бы хорошо, что на меня еще статью никакую не придумали, да, там, не забрали меня или... Ну, в общем, я думаю, это тоже скоро будет, потому что вы же знаете, да, как у нас тут все, блядь. Такая хуйня, пацаны, не переживайте. Прорвемся. И понимаете, даже на самом деле немножко смешно от того, какими методами борются эти люди с нами, ну, накрутить дизлайки, не пускать видео. Ну, это смешно, блядь. Ну, пиздец, 21 век. Даже не 21, 2018 век на дворе. Это пиздец. А люди до сих пор, ну, как люди, но те, кто сидят наверху, думают, что это как-то поможет. Меня всегда вот такие методы, блядь, борьбы просто, я не знаю, из себя выводят, ребят, не знаю, как у вас. Но типа, если чем-то люди недовольны, может, надо поменять что-то в стране, нахуй? А типа, блядь, а не просто тех, кто говорит правду, заталкивать там в жопу. Даже ладно, пускай YouTube, но... Бля, ладно, все, пиздец, я не могу уже, извините. Ой-ой-ой, кто-то стучится.